Вообще, я делал уже ревью, обзор на этот сериал «Ходячие мертвецы». Он должен был быть на канале, но каким-то образом он внезапно исчез. What? Что не так с Ютубом? Очень странно, но тем не менее, пришло время повторить. Легендарный сериал, который я смотрю с удовольствием, он заканчивается. 11 сезон. Да, к сожалению, 11 сезон будет последним для сериала «Ходячие мертвецы», который вышел еще в 2010-м далеком. Он был с 2010 по сегодняшний год. Уже, кстати, вышла 22-я серия, его можно ее скачать. Кто где качает, мы лично на Лосте с удовольствием смотрим. Да, сериал противоречивый, много в нем интересных, загадочных, непонятных, глупых событий. Но, тем не менее, герои уже полюбились. Ниган, ну как можно... Ах, был злодеем потом. Оп! Сколько судеб переплелись, сколько событий за это время, да? А Рик? Как мы обожали Рика Граймса. Кстати, будут и спин-оффы про Рика, будут про отдельных героев, да? Все это в будущем. То есть на сериал закончится, но будут продолжения, как бы спин-оффы отдельные. Сериал сделан по комиксам. Режиссеров тоже много, вот одни из них, Грег Никотера, Майкл Садрезмес и другие. Сборы в США были на 605 тысяч долларов. Премьера в России состоялась 4 ноября 2010-го. Первый сезон залпом, второй залпом. И ты ждешь продолжения. И ты обожаешь этот сериал. Но потом опять эти гейчики, лесбухи, потом они все смешали. Конечно, было уже противно смотреть. Два мужика сосутся, или две бабы. Ё-моё, думаешь, фу, плюнуть хочется. Но ты себе сдерживаешь и продолжаешь упорно смотреть, досматривать эту дурацкую серию. Есть такие мерзкие серии, что вообще даже хочется было бросать сериал, но упорно надо добить его. Добить, ребятки. Пример в мире 31 октября 2010-го, цифровой релиз 31 октября, вот в Хэллоуин, в 2010-м, вот MCU. И «Золотой глобус» номинация на лучший драматический сериал. Советую посмотреть, все, кто любит мертвещину, ходячих, призраков, привидений, да все что угодно. Как их только не называют. И ходячие, бродячие, хрустики. В общем, бедные мертвецы. Норман Ридус, Мелисса Сьюзен Макбрайт, Лорен Кохан, Кристиан Сераторс, Джош Макдермит, Даниэл Гурера, Сет Гиллиан, Эндрю Линкольн, Росс Маркант, Ченнис Икс. В общем, было много актеров, почти 1000. Зомби-эпидемия. Кстати, это возможно все. Не расслабляйтесь. Захлестнула планету. Шериф Рик Граймс путешествует с семьей и небольшой группой выживших в поисках безопасного места. Но постоянный страх смерти каждый день приносит тяжелые потери, заставляя товарищей, по несчастью, чувствовать глубины человеческой жестокости. Рик пытается спасти близких, но он лидер и понимает, что всепоглощающий страх людей может быть опаснее ходячих мертвецов. В общем, много противоречивых, много минусов, плюсов. В общем, это 8 баллов лично для меня. Сериал действительно, был интересный, по крайней мере. Сейчас он действительно скатился, уже не то. Все не то. Наверное, стоило было закрыть его еще на третьем сезоне. А потом уже не стоило продолжать. Но, тем не менее, извиняйте. Есть каналы, специализирующие по прям чисто ходячим мертвецам. Обсуждают каждую серию прям до косточек. Хай, обсуждают. Ну а мы сделали свой ревью. Вкратце. Друзья, ставьте лайки или дизлайки. Яндекс.Зен, подписывайтесь, там будет интересно. Нас там мало, но мы надеемся, что все хорошо.
смотрите любимые сериалы или пересматривайте, или заканчивайте уже смотреть. Welcome back.